тебя абсолютно уникальная история с твоим имиджем. Ты умудрилась быть и народной героиней, и в то же время глянцевой героиней. То есть к тебе очень комплиментарно относился глянец. В целом ты была в пуле вот этих глянцевых героинь. Но в то же время ты спокойно могла появиться в журнале «7 дней». Как это возможно? Я не могу другого примера вспомнить, кому еще вот этот кульбит удался. Когда я работала на «Пятнице», меня всегда намеренно вот в эти народные журналы всегда печатали. То есть это «7 дней», еще, там целая плеяда этих журналов. Но в то же время я помню, что когда я появилась, наверное, это будет объяснением, потому что в целом, наверное, стоит глянец спросить, почему они так меня полюбили. Мне кажется, во мне есть определенная доля снобства, а во мне есть интеллект, интеллигентность и внешность, и стиль, наверное.